Республику Азербайджан, город Баку. Итак, второй раунд. Максимальное уважение со стороны обоих спортсменов. В центре ринга, в центре октагона, извиняюсь, находятся спортсмены. Тут же Эльнар Ибрагимов выкидывает, выбрасывает просто боксерскую двойку, которая точно выпадает в подбородок его соперника. Вот, отлично, буквально из ниоткуда. Левый хук и потрясен. Эльнар Ибрагимов пытается закончить бой досрочно. Али Мардан и Шарипов Николай, рефери этого поединка, вмешивается в происходящее и останавливает поединок. Эльнар Ибрагимов недоволен ранней остановкой. Но мы все видели, что был потрясен, причем очень серьезно был потрясен Эльнар Ибрагимов после этого левого хука. Так, казалось бы, Эльнар Ибрагимов, уже было сказано ранее, Али Мардан является из Кыргызстана, город Бишкек. Эльнар Ибрагимов представляет Республику Азербайджан, город Баку. Итак, второй раунд. Максимальное уважение со стороны обоих спортсменов. В центре ринга, в центре октагона, извиняюсь, находятся спортсмены. Тут же Эльнар Ибрагимов выкидывает, выбрасывает просто боксерскую двойку, которая точно выпадает в подбородок его соперника. Вот, отлично, буквально из ниоткуда. Левый хук и потрясен. Эльнар Ибрагимов пытается закончить бой досрочно. Али Мардан и Шарипов Николай, рефери этого поединка, вмешивается в происходящее и останавливает поединок. Эльнар Ибрагимов недоволен ранней остановкой. Но мы все видели, что был потрясен, причем очень серьезно был потрясен Эльнар Ибрагимов после этого левого хука. Так, казалось бы, что Эльнар именно... Ударов, который после поражения на турнире Алаш Прайд FC в феврале 2020 года просто нокаутировал своего соперника. Техническим нокаутом добивание одержал победу и вышел в полуфинал гран-при в легчайшем фесе Али Мартан Абдыкахара. А я напомню, что это был четвертьфинал этого гран-при, это были бои четвертьфинала, и Али Мардан выходит в полуфинал. С кем он встретится, кто будет его, кто будет вторым участником полуфиналов? Минимум, минимум.